В Тверской области восстановлено электроснабжение основной сети. Об этом стало известно на селекторном совещании о ходе восстановления электроснабжения на территории региона, который провел губернатор с главами муниципальных образований Верхневолжья. В целом, основная сеть филиала Россети «Центр Тверьэнерго» функционирует стабильно. Идет работа по индивидуальным заявкам, на которые энергетики оперативно реагируют. По оперативным данным, основная сеть, непосредственно влияющая на энергоснабжение потребителей Верхневолжья, полностью введена в работу. Энергия обеспечена образовательные и социальные учреждения Верхневолжья, а также объекты коммунального хозяйства. Напомним, что перебои возникли из-за циклона в ночь на 19 декабря. По поручению губернатора Игоря Рудени был создан оперативный штаб, в который вошли руководство Главного управления МЧС России по Тверской области, представители филиала Россети «Центр Тверьэнерго», руководители областных министерств и ведомств. Энергетики проделали большую работу вместе с главами муниципальных образований и привлеченными силами МЧС по Тверской области, отметил губернатор Игорь Рудени. Создан оперативный штаб. Работает группировка у нас создана, это 211 бригад, 938 человек, 241 единица техники. Ситуация находится на контроле и правительственной области. Мы работаем в взаимодействии с Министерством энергетики и ЖКХ, с МРСК «Центр Энерго», работают совместные бригады, ситуация находится под контролем. Энергетики будут продолжать работу по подключению последнего потребителя, в том числе в Балагом, Калининском, Киморском, Максатихинском районах. По мере проведения переключения с резервных схем на штатную, возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии.